Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивиан и Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Помню, как было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ладно, вот цель. Надо отдать должное Краутам. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Ши-ши-ши-ши. Впереди движение врага. Ладно, мы с Вивиан снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Дэниелс, раз вы с Сусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. Ну давай. Ладно, пошли. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Убери снайпера. Используй нож, Дэниелс. Отлично, Дэниелс. Теперь офицера. После тебя. Превосход. Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Идем. Молодец. Пошли. Снайпер твой, Дэниелс. Не высовывайся и иди медленно. Черт!
поворачивайся и иди медленно. И иди медленно. Ой!
Держись! Ты его видишь? Мы от него отстаем! Стараюсь! Давай по мост! Отстали! Быстрее! Мне не показалось? Неужели живы? Это войдет в учебники. Надеюсь, что Стайлс заснял. Может, Пирсон теперь хоть ненадолго от нас отстанет. Берегись! За мной. Отведу вас к взводу. Прости, а ты вообще кто? Друг. Идем. У меня есть аптечка! Дэниэлс, идем! Аптечка!
Кажется, вы потихали этих людей. А, вы встретили Руссо. Она из Маки, сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Можно было хотя бы попытаться его допросить. Много возни, он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. А еще мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с Цусом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставила нас искать на месте крушения документы. Они были нужны для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Взорвав тот поезд, мы выиграли для Парижа время. Захваченные нами бумаги позволят бойцам сопротивления проникнуть в самое логово нацистов. Я в деле.